Привет! Привет, любимая! Привет, дорогая! Дорогой, давай сделаем нашим детям игрушку. Какую? Давай сделаем из шариков дракона. А я не умею. А ты попробуй, может, у тебя получится. Ну, попробую, хорошо. Сейчас пойдем в шарики. Давай, иди. Дорогой, ты купил шарики? Да, я купил шарики, так я ничего не вижу. Ну хорошо, ну что, начнешь делать шарики? Ой, начнешь делать дракона? Да, постараюсь. Для начала мне их надо надуть. Ой, помоги мне, жена. Дорогой, вставай, вставай. Ой, спасибо тебе. Ой, там же ты запутался здесь. Ой, не могу. Ну все, ладно, сейчас буду их надувать. Давай, я пойду пока кушать приготовлю. Иди, моя хорошая. Надул, кажись. Где ты? Где ты, дорогой? Я здесь! Где? Я тебя не вижу! Я здесь, дорогая! Давай, лови! Ой, спасибо тебе, дорогая, что ты меня спасла! А то я потерялся! Ну, так естественно, в таком лесу шаров-то потеряться легко! Ну ладно, ну что, начнешь делать дракончика? А я не знаю, смогу ли я! Ну ты постарайся! Ну хорошо! Детям будет интересно! Хорошо! Ну, начну! Итак, сначала сделаем дракону глаза! Рот, и нос, и ушки. Давайте. Так. Вот типа такого, да-да-да. Вот его рот, так-то глаза желтые. Так, сделаем теперь тело. Вот, ребятки, вы только гляньте на это. Вот это дракон у меня получился. Вот это да. Смотрите, какое у него лицо. О, смотрите. Вот это да. Вот это он огромный! Моим детишкам точно понравится! Сейчас маме покажу! Мама, иди сюда! Иди сюда, говорю! Чего ты хотел? Иди сюда! Что такое? Ты смотри, какой я дракон сделал! Где? Где дракон? А? Где? Да он огромный, ты вверх посмотри! Вот это да, дорогой! Какой он огромный! Да он на всю нашу квартиру! Да, я старался. Как ты думаешь, нашим детишкам понравится? А давай проверим, давай их позовем. Давай. Дети, идите сюда. Коржик, карамелька, компот, идите сюда. У нас для вас подарок. Да-да-да, папа кое-что приготовил. Вот будет здорово. Ну что, детишки, вы пришли? Да, пап, ты что-то для нас приготовил, какой-то подарок нам кричал. Да, я для вас кое-что приготовила. Это будет интересно. Какая же у них будет реакция? Это же дракон! А он настоящий, папа, он настоящий! Нет, детишки, это из шариков! Вот это да! А можно мы на нем прокатимся, папочка? Папочка, можно? Конечно, можно! Поладите! Мама, иди тоже на дракончике покатайся! Иду, Эмили! А давайте на него вместе залезем и сделаем совместное фото семейное! Конечно, давайте! Я согласен! И мы согласны! Здорово мы сидим, да? Вот это дракон! Еще полетал! А давайте его взорвем! Взорвем? Да, взорвем! Давайте попросим! Кошик, ты готов? Я всегда готов! Я люблю взрывать! Давай! А ну я буду сидеть, а ты будешь жевать! Хе-хе, здорово! Я пошел с их волны! Хе-хе-хе! Я рыцарь! Тика-тика-тика! У-ху! Ну что, дракон, готов сразиться со мной? Давай, Кошик! Только смотри! Аккуратнее! Да, сынок, аккуратнее! Пошла, мама! Иду, дракончик, сражайся со мной! И я тебя не боюсь! Я спасу своих родителей! Нет, ты от меня никуда не скроешься! Ты оставишь моих родителей в покое! Но! Вот
Ой, как здорово было! Да, это было классно! Я так падать еще никогда не падала! Смешно! Ой, да я бы тоже так мог! Я тоже вообще так хотел быть рыцарем! И меня не забудьте! Я вообще-то тоже рыцарь! Только рыцарша! Рыцарша! Итак, вот это бардак вы здесь устроили, конечно! Да-да-да! Так, дорогой, кто дракона делал? Ну, я! Я делал дракона, а что? Ну, вот тебе все это и прибирать! А дети вам помогут, да? Дети, поможете папе? Ну, не знаю, мяу-мяу-мяу-мяу. Мы бы хотели еще поиграть на улице. Нет, сначала, прежде чем гулять, дети должны сделать домашнюю работу. Помочь папе прибраться. Итак, давайте, дети, прибирайтесь, а я пошла доготавливать кушать. Ну вот, зря делал дракона. Ну что, дети, давайте все здесь уберем. Давай, папа. Давайте нашу любимую мяу-мяу-мяу-мяу. Ой, ну все, вроде бы все прибрали, вроде бы все чисто. Да, мамочка, все чисто. Ну вот, молодцы, кожа, карамелька. Кожа, капот, а где мамика? Не знаю, она с нами убиралась. Карамелька, ты где? Я в мусоре. Ой, сколько мусора у нас. Да, ну все, молодцы, выбивались, можете идти гулять. Ура, мяу-мяу-мяу-мяу. А я пойду поем. Мама что-то готовила. Мама, я иду кушать. Ну что, детишки, а вам понравилось, как мы лопали дракончика и как я его собирал? Да, мне понравилось. А вам, дорогие телезрители, детишки, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мэйми Ди и не пропускайте новые.